День добрый. Сегодня у меня 13 сентября 2021 год. И я хотел представить гибрид ДБ-Хатын. Хатын ФАО 280. Еще раз объясню. Хатын ФАО 280. Там очень много по Хатыну. И 260, и 250. И ребята говорят, что только 250 это Хатын. Хатын. Это гибрид Института зерновых культур. Он один. Если в простонародье, институт кукурузы. Вот, все, это оригинаторы. Максимально, это оригинатор, який львиную долю, больше всего гибридов всех известных, это именно выведено в институте кукурузы. Вот. В Хатын ФАО 280. А теперь посмотрим, как он выглядает. Вот это он. Вот, вот так вот он идет внутри. Он тоже не маленький. Вот все. Такого он роста, вот идет, вот тут идет початки, початок хороший, тут еще формируется второй, но не везде второй початок у него формируется, но початки действительно вот он такой плотненький, вот есть еще было бы куда расти, по одному качанчику, вот ФАО 280, гибрид, який уже став, скажем так, можно сказать легендой, не легендой. Ну, тобто його вирощують половина господарств. Тобто, якщо спросиш у рядового фермера, то кожен знає за гібрид Хатын. Хоча лінійка гібридів Інституту зернових культур доволі висока. Тобто, можна в цьому ФАО вибрати гібридів 50. Ну, ФАО 250-280. Вот. Но щось Хатын набув распространения. Хотя гибриды достойны, гибридов много, надо вивчать, надо дивиться в зависимости от ваших условий. Может один гибрид выглядит лучше, другие хуже. Еще надо обратить внимание ось на синеньку такую. Вот цвет стебля такой синеватый. Есть такая штука. Дальше, казалось, что у Хатын он красный, но не такие он и красный. Вот, да. Як він созріває, немножко є кремінистості, ну це не такий він красний, як рубін. От, є гібриди каротинові, він ну, не настільки він красний. Ну ось гібрид, тобто красноватості є, є немножко, немножко кремінистості. От такий гібрид, гібрид достойний. От, как бы, я вважаю, що він достойно може представляти на полях вітчизняну селекцію. Поэтому урожаев всего наикращего. Сейте добро!